врач Вера Петровна Панова. Работаю в фирме Сизал, провожу тестирование и диагностику сизалской продукции. И у меня очень интересное наблюдение по кофе, которое я посмотрела на работе, а именно пациентов, которые имеют хронические заболевания. И мы отметили такую интересную деталь, что кофе, черное кофе, значит, очень активизирует работу печени, поджелудочной железы, имеет очищающий эффект. И снимает спазмы сосудов, периферические сосуды. Именно очень полезно и необходимо людям с болезнью Рейно, когда имеются спазмы периферических сосудов. Назначая это кофе, через день, через два люди начинают ощущать тепло в руках, тепло в ногах, радостное такое ощущение, то есть отсутствие головокружения, активизация, работоспособность. И наблюдая в течение месяца, люди приходят к выводу, что достаточно употреблять это кофе утром и в обед, вечером нежелательно, потому что активизация организма будет, и человек может плохо уснуть. Поэтому утром в обед человек принимает кофе, достаточно даже полпакетика, который у нас имеется, и результат налицо. Амока. Что хочу еще сказать. Посмотрели мы работу кофе-мока. Кофе-мока более, и были очень обрадованы и удивлены, что мока работает в несколько раз сильнее даже черного кофе, несмотря на то, что покажутся те же ингредиенты там, но там еще шоколад, сливки, и они работают еще мощнее на очищение, на активацию именно желудочно-кишечного тракта и желез внутренней секреции. Что мы еще отметили, что от мока активнее работает и очищается печень, поджелудочная железа, щитовидная железа, что немаловажно. Вот. Естественно, от этих желез и активация идет, и очищение, и улучшение работы сердца. Потому что мы знаем, что если щитовидная железа работает с какими-то перебоями или гипофункцией, или с гиперфункцией, это сказывается через гормоны, через кровь на работу сердца. Поэтому я всем рекомендую попробовать и поприменять именно нашу продукцию и кофе черное, мока и латте. Спасибо.